светлый день праздника Пасха, день веры, любви, надежды, день милосердия и сострадания к тем, кто слабее, к тем, кто болен, к тем, кто голоден. Это день наших открытых добру и свету сердец. И это плач души. Это день, когда слезы текут из глаз, а на лице светлая улыбка. Это день, когда мы пусть на мгновение, но верим в то, что мы не одиноки, что в этот день Бог нас слышит и видит. Слышит наши мысли, ведь мы молимся Ему и просим каждое о своем. И видит. Видит всю нашу душу, до самых потаенных ее уголков. Заходя в храм, мы не можем скрыть нашу сущность. Она как на ладони, со всеми нашими проблемами и делами. Бездомные люди, бездомные животные, страдающие и умирающие рядом с нами от голода. Кто из вас, идя в храм, протянул им руку помощи или кусок хлеба? С чем вы пришли в храм, люди? Вокруг вас столько тех, кто нуждается в вас, в вашей помощи. Да не оскудеет рука дающего. Да хранит вас всех Бог. Thank you.